Народный коллектив любительского художественного творчества «Ансамбль Имамат». Танец с кинжалами. Художественного творчества «Ансамбль Имамат» и аплодисменты гостей и участников 9-го этнокультурного фестиваля «Россия за звучие культур». Овации, возгласы и аплодисменты. Ну а мы продолжаем, и на сцене лауреат всероссийских и международных конкурсов, солистка чувашского ансамбля «Юрату» Марина Кириллова. Туган Як. Родной край. Туган Як пою тотаман, Туган Як, Туган Як. Ингутэр хазиз яка, Туган Як, Туган Як. Чирчирик нэрэпэш хирчап, Туган Як, Туган Як. Ошивам паян лака. Туган як, туган як, талпана кунель, талпана окна. Ярсуана тюз, тюзгене, каянлык тажилик кышкен, тизулип эзгене. Таван ял, замра ялан, таван ял, таван ял, сильмихам от паран. Таван ял, кундабурна щек, таван зим. Чун юрак на юлдаш сэм. Кизы курарга, пирин падаканана. Ман таван ял.
вчора на кізі, пирокану бага, що гарде барба, кіці іле версі. Пирокану бага, що гарде барба, кіці іле версі. Bye.
Что ж, а мы готовы стремительно двигаться вперед по волнам нашего фестиваля. На сцене лауреат международных и всероссийских конкурсов. Член Межрегионального союза концертных деятелей России. Полномочный представитель Республики Мариэл в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Елена Таникова. We'll be right back.
Эвертуоз. Полномочный представитель Республики Мариэл в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Елена Данникова. Ну а мы встречаем на сцене нашего артиста Ширзод Мавланов. Thank you.
Вера Богданова. Друзья, и вновь на нашей праздничной фестивальной сцене народный коллектив любительского художественного творчества «Ансамбль Имамат». Из кавказских вершин, безмерна отвага кавказских мужчин, заоблачных высер, у края скалы, их пляски лихие, как вихрь быстрые. Гаджиев, друзья, бурные аплодисменты!